Банда гаражных воров задержана в Барнауле. На ее счету серия преступлений. Злоумышленники орудовали в краевой столице с мая по ноябрь. За это время в полицию от горожан поступило несколько заявлений. Пострадавшие в разное время суток обнаружили свои гаражные боксы взломанными. Пропадали колеса, электроинструменты и другое имущество. По данным Управления МВД России по Барнаулу, подозреваемые выбирали гаражи, которые несложно открыть или взломать. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МВД России по городу Барнаулу данные граждане были установлены и задержаны. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как выяснилось, злоумышленники действовали сообща. Похищенное имущество до момента сбыта хранили в отдельном помещении. Кстати, ранее гаражные воры были судимы. Всего они совершили 6 краж, и теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.